дружная семья. Здесь звучит веселый смех, здесь всех нас ждет успех. 70 лет исполнилось среднеобразовательной школе номер 8 в городском округе Щелково. Разделить радость юбилея собрались школьники, педагоги и гости. От имени главы городского округа Щелково поздравила коллектив, исполняющий обязанности председателя комитета по образованию администрации Елена Бушнева. Это та школа, которая занимает лидирующие позиции не только в городском округе Щелково, но и во всей Московской области. С 2019 года школа постоянно сохраняет позиции лидера, находится в зеленой зоне. В этой школе самый сильный педагогический коллектив. Школа номер 8 трижды становилась победителем всероссийского смотра конкурса образовательных организаций. Педагоги школы постоянно занимают призовые места на областных конкурсах, а ученики становятся победителями олимпиад различного уровня. Все это происходит под чутким руководством директора школы Марины Ивановны, которая возглавляет ее уже более 20 лет. Сегодня учреждение успешно реализует новое направление «преемственность», которое ориентировано на повышение качества образовательной деятельности и достижение новых результатов в сфере образования. Несмотря на возраст, мы стремимся к развитию, не стоим на месте и не теряем связь поколений. И сегодня хочу пожелать всем творческих поисков, инноваций, вдохновения, оптимизма, удачи и новых побед. Верю, что у школы не только славное прошлое и настоящее, но и прекрасное будущее. Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.